Всем привет! Как ваши делишки? Распилил, тяжко было паять. Краник нашел один и не нашел, чтобы было до с обоих сторон штуцера. А вот сейчас вот такая у меня получилась. Тут взял какую-то бронзулетку, типа такого, просверлил. И сделал под эту восьмерочную трубку отверстие до середины, а здесь под штуцер потом спаял. Вот это у меня какое-то кресло было автомобильное, вот там трубка, какой-то синхронизатор двухквадрат, по-моему, с кресла восьмерочного, потому что меди нету, а вот медь. Я вот сюда впаивал, тоже вкладыш вэтовал, потому что он, видите, болтается. Такой-то чел тоже с какой-то бронзулетки. И это, чтобы плотненько встал и потом пропаял. Вот такая вот штучка получилась. Давление маленькое нужно на компрессоре, если вот на эту я на всю выставляю. У меня компрессор сет. Сейчас покажу. Да, видно, такая вот маленькая. Не знаю, блин, он холодный. Надо посмотреть. Сейчас попробую добавить компрессором. Просто по параметру, в смысле, температура та же. Бензин бы. Надо теперь вот буду делать этот. Скажи, я скажу. Бензогенератор. Надо научиться паять достойно такими вещами. Надо сходить к ювелирам, с ними переговорить по бензогенератору.
Потому что они там, у них там простые. Ютуба насмотрелся или через Яндекс поиск по форуму лучше почитать, или кинуться знакомым этим ювелирам сходить и уточнить нюансы тонкости. Уж они-то их за долгое время-то хорошо знают. По настройке, по пламени. Почитать нюансы, конечно, нужно. Эти горелочки. Ой, сейчас лампу сплавлю. А тут синей. Это зеленоватая, на воздух у меня. И бензин надо хороший у меня. Ну и подогрев. Ну вот такая вот штука. Ну вот единственное, что. Так, ладно. Сейчас что, поиграем, что-нибудь сыграем. Сейчас к этим надо приноровиться. Штуки варганы. Все, всем удачи, будьте здоровы и веселы, хорошего настроения, чтобы жизнь дарила побольше хороших подарков.
сюрпризов. Будьте здоровы, веселые, успешные. Да?